смотреть, как грустно все выходит. Здравствуй, сталкер. Попутного ветра. А колбасу и батоны нынче хреновые делать стали. Еще не все. Можно передохнуть маленько. Пойду попробую наемников обыскать. О, неплохо.
На пороге старой дорожки сидит кровосос. Тут из дома выбегает маленький кровососик и к папе тормошит его. Пап, покажи сталкеров. Пап, ну покажи сталкеров. Тот зашел в сторожку, выходит, на каждой руке по черепу. И начинает, как в кукольном театре. Левый череп так тонко. Семёныч, слушай, как думаешь, тут кровососы есть? Правый так басом. Ну ты даешь, Петруха. Какие тут нафиг кровососы? Да ты даешь. Слушаю тебя. Удачи тебе. Ну, здорово. Какими судьбами на нашу посудину? Ну что, есть что-то новое? Да все просто. Надежное, как танк, и багажник спереди. За хабаром удобно присматривать. Концентраты, блин, сплошные. А дома-то как было? Придешь вечером, а баба домашнего на стол горячего. Давай, давай, не задерживайся. Вчера Припять видел. Вот так вот, своими глазами. Сказал бы, что месяц назад ни за что б не поверил. Вот такое знает кто? В общем, зона, лес, поляна. На пороге старой сторожки сидит кровосос. Тут из дома выбегает маленький кровососик и к папе тормошит его. Пап, покажи сталкером. Пап, ну покажи сталкером. Тот нашел сторожку, выходит, на каждой руке по череп. И начинает, как в кукольном театре. Левый череп так тонко. Зеленый. Слушай, как думаешь, тут кровососы есть? Правый так машу. Привет, брат! Вот если б всегда такая бруха была. Thank you.
второй ключ где-то есть. Зараза, а где второй? Вот это неплохо. Thank you.
А некоторые вещи у него... Здравствуй, украли. Сталкер! Да, класс! Ну, привет! Я два сталкера в паре. Выпили уже хорошенько и обсуждают всех вокруг. Самые ленивые — это военные. Сталкеров на самом кордоне... Что там? Ранение, облучился? Нет, ты не прав. Самые ленивые —
это торговцы. Я вот знаю одного, так он специально пораньше встает, чтобы подольше ни хрена не делать. Ну ты выдал. Да-да, прощай, прощай. Приветствую, сталкер. Решил сделать заказ? Внимание, анекдот. Привет, брат. Трое сталкеров делятся советами. Один говорит, я тебе куртку черную достал. А теперь бандиты меня за своего считают и не трогают. Второй. А я свой костюм покрасил так, что сдалека на армейский бронежилет смахивает. Третий. А я надел старый рваный комбез, а на спине надпись «Я неудачник». Ну, привет. Тронешь, и моя неудача передастся тебе. Так ближе, чем на 50 метров, вообще никто не подходит. Да чё ты топчешься? Если есть что, выкладывай. Нет, проваливай. А чего я как-то слышал? Иди, иди, нечего тебе тут делать. Внимание! Выдаю шутку юмора. Трое сталкеров делятся советами. Я себе куртку черную достал, так теперь бандиты меня за своего принимают и не трогают. А я свой костюм покрасил так, что сдалека на армейский бронежилет смахивает. А я надел старый рваный комбез, а на спине надпись «Я неудачник». Тронешь, и моя неудача передастся тебе. Так ближе, чем на 50 метров, вообще никто не подходит. Класс! Концентраты, блин, сплошные. А дома-то как было? Пойдешь вечером, а баба с домашнего на стол дядячего. Вот такое, знает кто? Встречает сталкер своего старого друга, а тут помятый весь, кинжал под глазом. Петь, что с тобой? Да блин, напали, побили, деньги отобрали. Ты запомнил, Коть? А чё её запоминать? Жену-то. Никого на горизонте. Вот и ладушки, вот и хорошо. Здорово. Слушайте, мужики.
Слушай, ну классно у тебя выходит. Слушаю тебя. Сталкер на дереве хабар. Ну и как-то вечером решил проверить, как там, что, все ли в целости. Ну и надо же. От того, что на дереве сидит крепко между ног. Строго так, колись, падла. Что такое? Из какой группировки? В ответ тихо. Ну, сталкер еще сильнее нажал. Кто такой, спрашиваю. Только Кайт молчит. Ну, рассердился сталкер. Сдавил так, чтоб прям по руке потекло. Слышишь? Сиплый, слабый голос. Контролер я. А какого молчал, сволочь? Так я ж не мой. А хорошо. Новичков нынче как собак нерезанных. Шли отсюда, ублюдки!
Пошли вон, танки долбаные! Прикольно.
Не балуй. Оружие спрячь. Опять сапожище хреновые подсунули. Что у них, совсем совести нет у этих? За неделю подошвы гопык. Как говорится, добро пожаловать на... Будет чего интересного, заходи. Наш Скадовск всегда на месте. Никуда не уплывем. Ну что? Давай, давай, не задерживайся.
мастер. Внимание, анекдот. Встречает сталкер своего старого друга, а тут помятый весь, фингал под глазом. Петя, что с тобой? Да блин, напали, побили, деньги отобрали. Ты их запомнил хоть? А чё её запоминать, жену-то? Класс! Вот такое знает кто? Привезли как-то одного из щенов в зону показать что да как. Некоторые вещи его удивили, некоторые возмутили, а некоторые вещи у него украли. Вот такое вам как?